зовут Максим Киселев, я директор по развитию технопарка Сколково. Мы очень рады быть соорганизаторами 5-го Всероссийского молодежного инновационного конвента, который проходит в нашем здании Гипер, первом здании на территории инновационного центра Сколково. Технопарк Сколково на сегодняшний день располагается в двух зданиях. Здание «Урал» на территории Московской школы управления и в Гиперкубе. Здесь, на 3-м и 6-м этажах Гиперкуба, сидят и работают 15 компаний-участников Сколково. Для нас это очень знаковая вещь вместе с инновационным конвентом сделать сегодня это событие, поскольку мы все занимаемся реально одним делом. То есть мы все вкладываемся в то, чтобы инноваторы всей нашей большой страны, да, могли получить поддержку, могли продвинуть свои изобретения, свои новые технологические разработки, могли превратить свои хорошие идеи в хороший бизнес. Поэтому здесь сегодняшним событием мне видится явная синергия от происходящего. С одной стороны, компании, которые приехали из всей страны как лауреаты и номинанты из Варентинской премии, с другой стороны, компании Сколково, которые тоже в большом своем пересечении являются частью Зворотинского проекта. И всемирные известнейшие эксперты в инновациях, в технологическом менеджменте, которые приехали для того, чтобы поделиться с нашими участниками конвента их уникальным опытом. Я уверен, что день будет абсолютно интереснейшим и начался уже как очень волнующий и интересный для всех участников. И также абсолютно уверен, что он продолжится до глубокого вечера, держа всех вот в таком прекрасном драйве сегодняшнего события. Мы, в свою очередь, сегодня поздно вечером, уже после того, как закончится конвент, на площадке «Урал» устраиваем такую сессию вдохновения с мировым гуру в инновациях Джоном Кау из Сан-Франциско, поэтому я приглашаю абсолютно всех, кто захочет принять в ней участие. Спасибо. Походи вокруг.